Кто нравится? Ну, вы говорили, сестра вам нравится. Когда говорил, что она нравится? Давеча говорили. Я про костюмы говорил, и даже совсем в обратном смысле. Я говорил, костюмы, говорю, тебе не нравится. Вы мне баки не заколачивайте. А если, значит, она вам нравится, то возьмите и женитесь на ней, только быстро. Да как это, помилуйте, за что же я буду жениться? Я прям вас не понимаю. Да чего тут понимать-то? Взял и женился. Конечно, если они не хотят. А в чем тогда говорить? Как это не хочет? Хочет они, хочет, только стесняются. Я бы не хочу, не хочу. Чего вы мне суете, куда попало? Я же ничего не говорил еще. Ах, ему говорить надо. Ну так вот вы и говорите, хочу, мол, жениться. Ну, говорите, я вам не мешаю. Ну, выступайте. Не хочу, не хочу я жениться. Чего я с дуру возьму и вдруг женюсь? А в чем тогда говорить?